Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Друзья, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное! Ребятки, слушаем трек! Ребят, очень классно, ребят, музыка такая. Вот вы знаете, ребят, танцевать охота. И знаете, когда танцуешь, как будто вот какой-то экстаз входишь, ребят. Забываешь, ни о чем не думаешь, а просто расслабляешься, ребят. Вот реально расслабляешься. Вот попробуйте. Так это классно, попробуйте, ребят. Попробуйте войти в экстаз. Ребята, какой голос, какой речитатив, какая техника исполнения, ребят. Представьте, как можно так читать. И все проговаривать. Это большой труд, ребята, это работа. И давайте, ребята, танцевать вместе. Попробуйте. Лично я отдыхаю. Шикарно, вот шикарно, вот энергетика, да? Энергетика. Классно делают, да, круто. Да, круто, стильно. Вот знаете, ребят, человек просто расслабляется, когда слушает. Слушаешь, танцуешь, и просто забываешься, ребят. Просто, знаете, ребят, расслабление идет. Молодцы, друзья. Ребят, вы слышите голоса какие, а? Это же вообще, тут нужны такие связки крепкие, прям сильные связки, ребят. Это труд, это огромный труд, ребят. Подождите, я пробую вот это, как это? Это тяжело, ребят. Святки. Не получается? Это тяжело, это очень тяжело, это уметь надо. Это просто не сделаешь так, вот как я хотела. Нет, ребят, здесь это работа, ребят. Ребят, вы знаете, да? Уже почти. Я попробовала, да? Попробовала. Во-первых, першит в горле. Першит, ребят.
Кто не умеет, не пробуйте, ребят. Першить нужен будет, стакан, да? Воды обязательно рядом, чтобы запивать. А они требуют. Думаешь, они запивали, пока пели на студии? Нет, это мастера. Они знают технику. Надо знать технику. Как петь так, ребят. Это не без першения, да? Да, конечно. Ребята очень большие молодцы. Молодцы, ребятки. Классный трек сделали. Вы знаете, ребят, еще раз скажу, повторюсь. Расслабляет человека. Ребят, приятно слушать. Интересные звуки, интересный текст. Вот, ребята, интересное звучание текста, ребятки. Нереально, ребят. Профессионально все, ребят. Качественно. Вы молодцы, ребятки. Молодцы. Классная группа у вас, ребят. Держитесь вместе. Не останавливайтесь. Направление шикарное, ребятки. Хорошо работаете голосом, звуком, связками, ребят. И классная музыка. Спасибо огромное. Я с удовольствием танцевала. Ребят, я расслаблялась по полной программе, ребят. Не обижайтесь, друзья. Я это когда делаю, я делаю с души. Я отдыхала, ребят. Я подпевала, пробовала, ребят. Но не получилось, потому что это технику надо уметь. Знать технику, как это делается. На умею. Вокал надо походить, да? Это не вокал. Какой это вокал? Это нет, походить на уроки. Здесь техника. Здесь нужна техника, как петь вот именно экстрим вокал. А как же? Это не просто так. Ребят, молодцы. Спасибо большое заказчику. Спасибо большое ребяткам. Молодцы. Вы настоящие молодцы. Вы большие молодцы, ребят. Пишите, радуйте нас. С удовольствием вас послушала. Ну что, ребятушки, пока, мои хорошие.